Это обзор кроссовок ASICS для бега на беговой дорожке. Сначала напомню вам, чем вообще бег на беговой дорожке отличается от обычного. Вы все прекрасно знаете, что на беговой дорожке мы часто показываем результаты лучше, чем на улице. Связано это с тем, что дека и полотно беговой дорожки гораздо мягче, чем любая поверхность на улице. И кроме того, они очень стабильные, а темп движения нам задает сама дорожка. Поэтому, когда мы тренируемся на беговой дорожке, нам не нужно какой-то действительно специальной обуви, и мы можем бежать в довольно минималистичных кроссовках. Поэтому мы подобрали для вас целых 5 беговых кроссовок ASICS, которые помогут вам тренироваться и на дорожке, и на улице. ASICS GELDS Trainer 25. Самый легкий и быстрый минималистичный кроссовок ASICS с полноценной поддержкой для гиперпронаторов. Рекомендуется как стартовая обувь на темп до 3 минуты 45 секунд. Гель Нуза 3.12. Легендарный кроссовок для триатлона вернулся в этом сезоне с меньшим весом, лучшей вентиляцией и новой шнуровкой Катерпи, которая позволяет очень быстро надевать его в транзитной зоне. Гель Пульс 11. Мягкие нейтральные кроссовки с отличной вентиляцией. Рекомендуется для начинающих, как кроссовок все в одном. То есть в этом кроссовке ты тренируешься и в нем же выходишь на старт своих первых соревнований точно зная как они себя поведут. Гель Кумулюс 21. Нейтральные кроссовки для бега на длинные дистанции, предназначены для атлетов, уже имеющие определенный опыт и амбиции на достижение результата. Баланс амортизации отскок смещен в сторону отскока. Хорошая посадка, увеличена высота коробки, много места для пальцев. Дополнительная набивка задника и язычка обеспечивает точную посадку. Кроссовок плотно держит стопу средней панелью. Рекомендуемый темп до 4 минуты 30 секунд на километр. И последние кроссовки нашего обзора GT 2008. Кроссовки для бега на длинные дистанции с дополнительной поддержкой. Очень популярные среди хорошо готовых атлетов. Как тренировочная обувь в период максимальных объемов. Для начинающих рекомендуется как стартовые на первый полумарафон и марафон. Рекомендуемый темп до 4 минуты 30 секунд на километр. Этот кроссовок легче, и у него больше отскока, чем у культовой модели Каяна, но при этом такая же точная посадка, отличная вентиляция и уровень комфорта. И помни, сила тела в силе духа. Готовься к сезону прямо сейчас вместе с Asics в сети спортивных магазинов Канта.